Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами я, Томир, и это первый выпуск по Гриффишоу на моем втором канале. И сегодня я вам покажу самую тупую ловушку, которую я мог только придумать, и вы, наверное, сейчас от нее офигеете. Как обычно, снимаю это я на своем сервере, наш любимый 17-й гриф, так что заходите, я здесь играю чуть ли не каждый день, чтобы вы понимали, и скоро выйдет ролик по выживанию без ната. Поэтому мы сейчас с вами заходим спокойно. Как видите, у нас сейчас здесь обычная территория. Я зашел специально на Twink аккаунт, потому что на другом аккаунте я выживаю без доната. И здесь, я бы сказал, вообще ничего такого подозрительного нету. Ну, то есть, как РТП, да, территория как территория. Но здесь у нас получается вот так вот бежишь, да, смотришь вниз, вроде нормально, ступеньки как ступеньки, бежишь. И тут, как вы понимаете, бац, небольшой приколямбус. То есть, если игрок будет бежать за мной, я, получается, буду от него убегать, и в момент, когда он будет ко мне уже подходить, я поставлю просто-напросто блок сюда, и игрок прямым рейсом отправится в самый низ, где у меня как раз таки стоит сетхом. Поэтому мы сейчас с вами выбираемся, получается, на поверхность. Я уже, как видите, взял себе китстарт, приготовился. И пишем, кто PvP на РТП, ТП ко мне. Без обмана. Давайте еще вот такое добавим. Потому что в любом случае это гриферский сервер. И слушайте, ко мне уже отправляют запрос. Так что давайте куда-нибудь вот сюда вот забежим. Сначала мы попробуем его забайтить. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. ТП цеп мы с вами сделаем. Ого, здравствуйте, молодой человек. Сразу у нас начинается PvP. В любом случае, мы сейчас просто тянем время, чтобы он больше забайтился. Давай, дорогой. Я вижу, как ты хочешь меня убить. И теперь мы просто-напросто от него убегаем. Главное, чтобы он сейчас побежал за нами. Ой, что я делаю? Так, все, спускаемся сейчас вниз. Ага. Ну, самое главное, что он упал. Самое главное, что он упал. Сейчас вопрос в том, умер ли он. Да, он умер. Но я тоже умер. Сейчас надо будет подобрать мои ресурсы. Ну, слушайте, я рад, что мы с вами выбили первый мой китстарт. Поэтому давайте мы сейчас с вами, получается, вот ресы, которые мы добыли, сразу закинем в сундук. Так, ну, а что вы хотели? Самая тупая ловушка, поэтому я вот так вот тупо и умер, потому что немного запутался. Это бета-тест. Это бета-тест, скажем так, на игроках. Сейчас я подбираю свои же ресурсы и пишем по новой. Так, я сейчас снова пишу этот текст. Кто ТП ко мне, ПВП в китстарте на РТП. Вот так вот мы с вами пишем. В любом случае, сейчас ждем. Я хочу выбить, постараться еще один хотя бы китстарт, чтобы он был запасной. Дальше мы будем с вами байтить, наверное, более таких богатых игров, по крайней мере, пытаться. Но, как мы видим, сейчас ко мне никто не собирается телепортироваться, кроме Гуччи. Поэтому давайте его сейчас возьмем и телепортируем. Так, главное не забыть, что мне бежать туда, блоки подготовить заранее и не умереть. Возьмем сразу же топорик. Даже, слушайте, два игрока. Неплохо. Так, короче, я сразу их двоих телепортирую, попробуем. Так, вам привет, привет. Так, ну слушайте, пускай они, наверное, между собой для начала дерутся. Да, я так понимаю, что мне сейчас будет конец, потому что я не успеваю добежать до своей ловушки. Но, наверное, мы сразу побежим туда, почему бы и нет. Он в меня стреляет, сука, у меня хп не так уж и много. Мне кажется, меня тут ровно на одно попадание. Поэтому, если я прямо сейчас сюда спрячусь, я думаю, он подумает, что я логически просто убегаю. Ждем его тут. А ну давай, дорогой, прыгай. Ой-ой, так, ага, он думает, что здесь ловушка, да, какая-то. Так. Да просто падай уже, что ли? Сработало. Ладно, так тоже можно, кстати, этой ловушкой пользоваться. Главное, что работает, правильно? Он думал, что там безопасно, а тут забыл знак поставить, что осторожно, обвал, как вы понимаете. Сейчас мы с вами ждем 10 секунд и, получается, спускаемся в самый низ. Я думаю, такого поворота никто не ожидал, тем более даже вот этот вот игрок, который сделал suicide, it's ever gonna let me know, yeah. Так, поэтому все, я сейчас прописываю как раз таки хоми, отлично. Так, одеялись. А, стоп, слушайте, я почти все подобрал. Нормально так-то. Нормально, крупно повезло. Я так понял, когда я сразу хом прописал, я уже все подобрал. Отлично, отлично. Ничего не может быть лучше. Слушайте, с хит-стартом вообще байтится. А, хорошо, тем более два игрока за раз, вы представляете? И там, скорее всего, наверху лежит еще второй хит-старт, так что я его сейчас либо перенесу сразу сюда, либо там, наверное, и оставим. Посмотрим. Так, ну сейчас место для сундуков сделаем. Эть. Готово. И мы с вами давайте дальше пробовать. Вот за это лайк можно. Давайте вот 10 тысяч лайков попробуем набрать. Я еще выпущу ролик про самую тупую ловушку. Какую-нибудь еще сделаю. Вот. Свои варианты, кстати, тоже пишите в комментариях. Пишем, получается, в чат, кто PvP в
а у Маски ТП ко мне. Без обмана. Ну, как обычно, это же, ну, вы сами знаете, гриферский сервер, все дела. Навряд ли, конечно, ко мне телепортируется алмазник, но самое главное, что не телепортировался Драгон, потому что если телепортируется ко мне Драгон, это будет трындец, какой-то Майнкрафтер 5858, давайте посмотрим, кто он вообще такой. Знал бы я, кто он такой, Майнкрафтер 58. Если какой-то Драгон, я его телепортировать не буду. Так, ну он 100% не Драгон, в принципе, давайте, наверное, тогда пробовать, как говорится, раз больше ко мне никто не телепортируется, в любом случае ко мне могут игольники тпхнуться, поэтому с богом. Опа-на, оказывается, у этого молодого человека Титан, о, он даже такой, ага, понятно, да, хотел написать 3, 2, 1, вот так вот ты получишь, ой-ой-ой, он меня сейчас убьет, так, нужно что-то предпринять. Так, главное не дать ему сейчас нанести удар и просто сбежать. Уходим, два сердечка на ветру, убегает Домер далеко, не беги за мной, пожалуйста. Хотя, стоп, подождите, я же его в ловушку сейчас уведу. Так, спускаемся вниз, бежим по полной. Так, ага, понятно, тоже, да, боишься, тебе вот страшно, ты, главное запомни, никогда ничего не бойся. Он же меня сейчас так и убьет. Ага, слушайте, смотрите, я могу получить, а, ты увидел? Понятно. Слушайте, если он сейчас на меня пойдет, просто-напросто прыгнет. Чего? Куда ты пошел? Ну ладно, так тоже в принципе можно. Я не знаю, что он просто сделал. Такие, конечно, цыганские фокусы вытворяют. И вообще, поражаюсь таким людям. Какой-то универсальный игрок был, получается. Так, мне главное сейчас вот ресы подобрать. Ну, слушайте, сработало, на мое удивление, не алмазник, но тоже, как говорится, пойдет. Как говорится, здоровому коню в зубы не смотришь. Вроде так говорится, правильно ведь? Надеюсь, так оно и говорится. Поэтому сейчас мы с вами собираемся и идем по новой. Я, правда, так и не понял, он то ли сам упал, то ли я его столкнул. Короче, непонятная схема. Иногда, конечно, бывают моменты, когда оно не прокатывает, меня убивают, но такое тоже бывает. Мы сейчас, получается, с вами в чат пишем... ТП ко мне дам ресов. Так будем пытаться забайтить как можно больше людей. Я сейчас, как вы понимаете, даже на всякий случай взял яблочко, ко мне сразу телепортируется Джонни Депп. Но я бы хотел сразу попробовать сделать дабл килл. Вот, потому что по одному человеку, когда телепортируешь, занимает много времени. Как раз уже два игрока есть. Можно попробовать сразу... Ой! Так, ладно, пока одного. Вот мы сейчас сразу телепортировали второго. Ща дам. И телепортируем третьего, как говорится. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так, есть три игрока. Моя жертва потенциальная, это Джонни Депп. Пошли за мной. Вот так вот мы им пишем. Я вас проведу куда надо. Пошли за мной, дам алмазов. Так, главное, чтобы они сейчас шли за мной. Молодцы. Даже сейчас непокоцанным, возможно, их всех солью. Может, у кого-то будут ресурсы, хоть они и голенькие. Так, они идут. Бежим. Пацаны, все бежим за мной. Не стесняемся. По прямой, как говорится. Давай. Заходи. Оп. Так, ладно, раз ты выжил, получается... А чё ты не бьёшься? А, вот! Понятно. Так, одного мы забрали. И самое главное, кого я не забрал, это кит-стартера. Так, ладно. План Б у меня есть. Короче, мы сейчас с вами что делаем? Байтим кит-стартера цыганским фокусом. Вот так вот мы его ударяем. Сейчас, как говорится, все либо ничего. Так, ладно, просто прыгаем вниз. Я вот здесь умираю. И сейчас, смотрите, как я делаю. Я жду. Пока он там захочет как-то спуститься вниз, сразу пишу вант. Я же уверен, он захочет забрать мои ресы. Вот по-любому, он сейчас захочет. Жду, давайте, 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Ля, что он делает? Ты что делаешь? Ты. Ага. Ну вот и все. Мы с вами только что взяли и слили Джонни Деппа. Я не знаю, что это такое было. Возможно, это какой-то богоюз, что он вытворяет какие-то фокусы и так далее. Но... В любом случае, мы его, получается, сейчас забрали без лишних проблем. И, ну, слушайте, результатом я доволен. В принципе, одного получилось поймать, второго забрали. Ну и третий появился на мои уловки, как говорится. И, получается, давайте попробуем кого-то сейчас еще убить, только пожестче. Так, чуваки, я только что нашел, получается, кит-стартера, который просто бегал рядом. Я решил не упускать свою возможность. Сейчас у меня снимет, получается, щит. Но ничего страшного, возможно... Ага. Возможно, он меня сейчас сольет, но он ровно на один удар, я больше чем уверен. И я, как вы понимаете, тоже сейчас ровно на один удар. Если он меня ведет в мою же ловушку, я с этого буду угорать, потому что это будет просто-напросто смех, как вы понимаете. Хотя он сейчас убегает, возможно, у него здесь своя ловушка. И я его убил! Боже, какой же это тайминг! Обалдеть не встать, я думал, уже все, габело, но я рад, что выбил сейчас...
как бы кикстартер. Я собирался просто писать в чат, и тут пробегал мимо какой-то кикстартер, и такие вот пирожки получились, так что за такое можно, я думаю, влюбить лайк. Как обычно, мы пишем «Кто?» «ПВП в Алмазке, ТП ко мне». Без чаров. Вот так вот давайте мы с вами напишем. И теперь ждем вообще, кто ко мне захочет телепортироваться. Надеюсь, что кто-то все-таки дотелепортируется. Потому что я думаю, меня уже весь сервер запомнил о том, что я пишу кто ПВП, кто ПВП. Ого! Ко мне даже кто-то решился телепортироваться, поэтому мы сразу без лишних сомнений принимаем. Мать моя женщина, кактус мне в рот! Я бутерброд. Так, ну ему в пене этого дра... Так, главное просто добежать. Если повезет, оно повезет. Не повезло, как вы понимаете. Такое тоже случается. Это нужно просто признать. Хотя, давайте попробуем еще раз. Сейчас просто вант возьму. Вот он стоит, мои ресы выбрасывает. Посмотрите на него. Опа! Тарарай, тарарай! А у меня бога нет, как вы понимаете! Он же меня сейчас убьет. Он... Дай залезть! Дай залезть! Ладно, я не сдаюсь. Так, он меня сразу же мгновенно таргетит. Хоть бы добежать. Хоть бы добежать. Просто. Одно хп, одно хп. Давай, 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 давай! Блин! Ладно, тогда просто сейчас телепортируюсь к себе вот так вот домой. И сидит, сидит там, радуется. Наверное, знаете, что я сделаю? Я сейчас возьму, закрою проход, если захочет ко мне прыгнуть. Опа! Ах ты выжил! Ах ты выжил! Ну, короче, его в пень, друзья. Пока сейчас над моей головой там находится драгон, который хочет меня таргетить и убить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на 17-й гриф, да и вообще на мой сервер, неважно на какой гриф, тут, как вы понимаете, весело. Можете попробовать сами эту ловушку, на практике работает, но не всегда, как вы понимаете. 10 тысяч лайков, покажу вам еще самую тупую ловушку. Всем, ах вы дальше, с вами был Домер, всем пока!